Элибизге берекеч ачкан жакшы жылдардан болсун баарыңарга. Алас, 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 ар баледен калас. Алас, 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 ар баледен калас. Кудайым жакшылык берсин, молчулук, токчулук, кененчилик берсин. Амин. Праздник встречи весны этнофольклорная группа Исык-Коль Айымдары начала сжигание арчи, что символизирует очищение и обновление. Как раз то, с чего начинается Новый год. Состав этой этнофольклорной музыкальной группы очень талантливый. Среди участников – отличники культуры и образования, заслуженные деятели культуры, почетные граждане Исык-Кульской области и матери-героини. Ежегодно в этот день мы варим сумелек, устраиваем концерт, поем народные песни. Мы хотим, чтобы в нашей стране была спокойная обстановка, чтобы люди в ней жили в согласии. Сегодня день хороших слов, пожеланий и помыслов. Я хочу пожелать кыргызстанцев здоровья и мирного неба над головой. Вот уже более 16 лет фольклорная группа выступает на самых различных мероприятиях. В прошлом году до начала пандемии Исык-Коль Айымдары приняла участие в проекте «Путешествие по миру». Сумелек у нас вкусный получился. Традиционное блюдо готовится долго, и чтобы скоротать время и наполнить атмосферу приготовления блюда положительной энергией, мы пели песни, рассказывали истории. Дай Бог, чтобы в жизни каждого таких праздников было много. Поздравляю всех кыргызстанцев с этим замечательным праздником. Пусть будет светлым будущее наших детей. Не болейте и будьте всегда здоровы. Этнофольклорная группа Исык-Коль Айымдары состоит из 14 женщин. Главная цель участников группы – это сохранение традиций и обычаев кыргызского народа и укрепление национальных ценностей. Джазгуль Бакытбекова, Нургиза Абдрахманова, Алатау 24, Исык-Кульская область.